А зачем делать длинный нос? А потому что это красиво. Гордый нос красивый. Орлиный. Раньше даже это мода была, даже орлиный нос говорили. А сейчас он поотрезали себе переносица. Меня преследовала женщина без переносицы. Доказывала мне всю дорогу, какая я страшная. А у самой вот эти, говорю, нос отрезала себе. Пиздец. Вот. Мне не нравятся маленькие носы. Вот у меня такой вкус. Я люблю здоровенные, огромные носы. Грузинские, армянские. Там вообще, я люблю, чтобы вот был нос видно. Вот. Поэтому я зрительно его увеличиваю всегда. У меня, кстати, есть женщина вот в семье самый маленький нос. У меня у мамы такой длинненький. У бабушки... Не, у бабушки тоже небольшой. Вот. У бабушкиной сестры такой прям длинный. Я после бани его вот так вот распарю, когда его вот так вот вытягиваю, вот так вот тяну маленько. Мне нравится, красиво. Я в Грузии, когда жила, там такие красивые женщины. Ну и мужчины тоже. Вот, они прям все такие. И у них такие носики прям. Понятно. Вот. Вы можете дальше отрезать себе носы. Я наоборот отращиваю его.